Ситуація з ковід змусила українців розбиратися в тестах і у тому, що пропонується зараз нам. І якщо ми хочемо поїхати у подорож, якщо ми хочемо розібратися, який ж саме тест підходить нам, то саме з цим питанням ми звертаємось до Павла Набоки, завідувача клініку діагностичної лабораторії, лікарем-бактеріологом. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Пане Павло, з приводу тих тестів, які зараз є на ринку, чи можете ви розповісти, які ж саме тести нам пропонують? Добрый день, Юлия. Да, действительно, тема очень актуальная. Все мы сейчас находимся в ситуации, наблюдаем развитие, динамическое развитие пандемии новой коронавирусной инфекции. И вот на наших глазах все медицинское сообщество вот всех стран мира, вот всей нашей планеты пытается найти пути решения. Да? И вот, в общем-то, и Всемирная организация здравоохранения, и все эксперты однозначно говорят, что единственным правильным моментом, единственным правильным решением для выхода из сложившейся ситуации является диагностика. То есть, если мы будем правильно проводить диагностические мероприятия, вовремя выявлять пациентов, которые заболели, которые могут заболеть, да, и это позволит нам принимать эффективные меры профилактики, и таким образом мы все-таки выйдем победителями из сложившейся ситуации. Як це краще робити? Вот здесь медицина находится, скажем так, в процессе. Да, мы, в пошуку. В пошуку, совершенно верно. Мы эксперты во всем мире, медики, специалисты, ученые сейчас активно ищут моменты, активно ищут способы как лечения, так и диагностики новой коронавирусной инфекции. Мы сегодня хотим затронуть тему как раз диагностики, потому что тестов достаточно много, они разнонаправленные, и очень сложно разобраться даже специалистам, не говоря уже людям, которые не имеют специального образования, когда же и какие тесты, вот лабораторные методы все-таки применять можно. Итак, все методы диагностики, вообще в принципе всех инфекционных заболеваний, в частности и COVID-19, можно разделить на две большие группы. Первая группа – это лабораторные тесты, которые направлены на выявление самого вируса или его частичек. И вторая группа тестов – это лабораторные анализы для выявления реакции организма. То есть методы, которые позволяют нам оценить, как наш человеческий организм реагирует на проникновение возбудителя. Вот эти две группы лабораторных анализов, они имеют свои особенности, безусловно. И каждый из них применяется по определенным строгим правилам и показаниям. Вы наверняка, все зрители наши, слышали про тест с использованием методом ПЦР, так называемого ПЦР-тестирования. Вот это то, что сейчас на слуху. Да, действительно, вот на сегодняшний день это единственный метод диагностики, который позволяет нам напрямую выявить вирус в организме. И таким образом мы можем сказать, что обследуемый пациент является инфицированным, потенциально опасным для других, потому что он может этот вирус распространять. Да? И вторая категория тестов, которые сейчас на слуху, это тесты на антитела к вирусу, да? С использованием различных методов, но чаще говорят о методе ИФА. Хотя существуют еще и экспресс-методики со своими особенностями и нюансами. Так вот, что важно в лабораторных методах вот этих двух разных групп? Важно определить, когда именно, в какую стадию предполагаемой болезни, какие лабораторные тесты нужно применять. И какой биологический материал для этого исследовать. И как пациент должен подготовиться к этому исследованию. Вот эти три важных компонента, они определяют то, что называется достоверность тестирования. Так, з приводу експрес-тестів, от насправді це кому ці тести потрібні, необхідні, так? В яких випадках їх бажано би примінити, використати, так? От розкажіть трошки про них. По поводу експрес-тестів, в самому початку, коли тільки з'явилися перші случаї захворювання в Китаї, і далі інфекція розпространилась по всему миру, это был буквально конец зимы, начало весны этого года, нужно было находить быстрое решение. Быстрое решение было самым простым и логичным – выпустить на рынок максимальное количество быстрых экспресс-тестов, так называемых. Для... И, в общем-то, производители этих тестов, в основном это были азиатские страны, да, они сделали достаточно большое количество этих тестов для того, чтобы вот решить вопрос первого уровня диагностики, который был на том этапе.
Как оказалось впоследствии, да, это сейчас, в общем-то, вполне известный и понятный факт, что экспресс-диагностика, то есть тестирование с помощью быстрых тестов, является с точки зрения вот той самой достоверности, а точнее сказать, вот с точки зрения там, лабораторной медицины, чувствительности и специфичности тестов, они оказались недостаточно хороши, так сказать. Да? Получала... Тобто його, якщо навіть щось там у вас є, то ще треба один тест, так, для того, щоб дізнатися, що ж насправді абсолютно верно. Експрес-тести, які в нашій країні, в тому числі, активно применялись останні місяці, і, в общем-то, продовжують применятися, очевидно, і зараз, вони требують підтвердження своїх получених даних, получених результатів. Причем нужно подтверждать как положительный результат, так очевидно и отрицательный результат. То есть экспресс-тест – это первичное, скажем так, сито, которое позволяет нам грубо очень разделить инфицированных пациентов, то есть больных пациентов, от здоровых людей, да, скажем так. Но опять же повторюсь, что технологии не стоят на месте. И уже вот сейчас, по истечению нескольких месяцев, о том, как мы узнали об этой вирусной инфекции, появились лабораторные методы диагностики с гораздо более высокой достоверностью тестирования. И вот они сейчас, конечно, выходят на первое место, и они становятся основными. Хотя, конечно, экспресс-методы продолжают существовать, их использовать можно, но очень осторожно интерпретировать их результаты. Так, с приводу ценовой политики, они же тоже разнятся. То есть, нужно понимать, людина, например, здоровая людина, она хочет... дізнатися, що ж відбувається з її організмом, тим більше зараз паніка трошки стихла, і ми вже якимось чином, може, звикли до того, що є ситуація з ковід, але все ж будуть іще холоди, так? Ще осінь попереду, ще насправді незрозуміло, як діяти, і якщо нам доведеться зробити такий тест, от чи би ви рекомендували, і саме який тест зробити, і за ціною, будь ласка, розкажіть. Здесь ситуация какая, да, что были надежды у ученых, потому что в летний период с наступлением теплоты, жары, да, вот, скажем так, распространение инфекции пойдет на спад, совершенно верно, да. Но этого, как показывает статистика стран, с тропическим климатом, этого не произошло, да, собственно, динамика сохраняется, и очевидно, в осенне-зимний период она даже должна нарастать, да. Конечно, актуальным становится вопрос тестирования. Что касается обычных людей, которые на сегодняшний день не имеют клинических проявлений воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. То есть нет никакой клиники инфекции. То есть нет лихорадки, нет признаков катаральных явлений, то есть кашля, там, верхних дыхательных путей и там, нет, например, признаков пневмонии. Для того, чтобы провериться и понять, был ли контакт с вирусом в прошлом, то есть возможно, человек уже мог переболеть, перенести, скажем так, инфекцию в малосимптомной или даже бессимптомной форме. Мы знаем, что на сегодняшний день, что все-таки подавляющее большинство людей, особенно молодого возраста и людей, не относящихся к группе риска, переносят эту инфекцию достаточно легко. И в этом есть, с одной стороны, и плюс инфекции, да, что основная масса людей все-таки переболеет достаточно легко, но и минус, потому что эти люди не знают зачастую о том, что они не являются носителями вируса. Они активно распространяют вирус. И если этот вирус попадает в организм чувствительный, а к группе риска относятся пожилые пациенты, люди с сопутствующими заболеваниями, то, конечно, у них риск развития более тяжелого течения гораздо больше. Вот если такая ситуация, и нужно просто проверить, для того, был ли у тебя контакт с вирусом, и самое главное, выработался ли у тебя иммунитет, есть ли у тебя иммунная защита против вируса. Существуют исследования на антитела класса G, иммуноглобулины G. Это те очень высокоспецифичные антитела, которые вырабатываются в ответ на проникновение вируса и формируют иммунитет, иммунную защиту и защищают нас. На сегодняшний день абсолютно не ясно, какая продолжительность этой защиты и можно ли переболеть повторно. Потому что сейчас существуют очень противоречивые данные вот на опыте наших китайских коллег, да, которые уже публикуют и говорят о том, что, к сожалению, перенесенная болезнь приводит к выработке иммунитета, но постепенно эта иммунная защита снижается. И уже есть статьи о том, что, в общем-то, есть предпосылки к тому, что человек может заболеть повторно.
Но, в общем-то, сейчас это все находится в стадии исследования. Через какой это период произойдет, совершенно непонятно. Но самое главное, если мы делаем тест на иммуноглобулины G, или синоним антитела класса G, коронавирусу, SARS-CoV-2, правильное его название, и мы получаем положительный результат, то мы можем сделать однозначное заключение, что обследуемый человек так или иначе контактировал с вирусом, скорее всего, он перенес заболевание в бессимптомной или в легкой форме, и он имеет на момент обследования иммунитет. То есть он, скорее всего, какой-то период времени, а возможно продолжительный период времени, не заболеет, даже если он повторно столкнется с этой вирусной инфекцией. Это одна часть исследования, и вот сейчас весь мир, особенно в тех странах, которые относятся к так называемой красной зоне, это там, где много пациентов инфицированных, более 40 пациентов на 100 тысяч населения, да, там сейчас идет массовое тестирование на определение иммуноглобулинов G к коронавирусу, вот этому новому, для того, чтобы определить, какой процент населения, вот всего населения, проживающего в стране, вообще уже переболело и имеет иммунную защиту. Для чего это важно? Это важно для того, чтобы эксперты могли сориентировать, когда же у нас остановится пандемия. Когда же мы забудем, ну, то есть условно забудем про эту новую коронавирусную инфекцию. Когда переболеет большая часть населения или перенесет это в бессимптомной форме, когда у основной массы людей выработается иммунитет, то, в общем-то, скорее всего, коронавирусная инфекция, новая, COVID-19, она уйдет в категорию вот таких вот очаговых, скажем так, вспышек, ну вот по типу как острой респираторной инфекции, которая там, там далеко. Но это в будущем. Для чего еще очень важен этот тест на иммуноглобулин G? Сейчас вы слышите, особенно последние дни, очень много новостей об успехах в разработке вакцин. Так, так. Но, я же хотела вас запытать одновременно, по поводу вакцины. Так. Одновременно несколько компаний в разных странах мира заявляют о том, что они уже перешли к стадии клинического испытания и вплоть до того, что даже уже массовое производство вакцин. И обещают к Новому году, что если все пойдет гладко, мы получим вакцину, да, в общем-то, вакцину достаточно эффективную. Так вот, иммуноглобулин G, анализ на иммуноглобулин G как раз нам позволит и определить эффективность вакцинации. Как это происходит? Человеку проводит курс вакцинации, потом через какой-то промежуток времени делается тестирование на наличие антител. Если эти антитела положительные в высоком титре, это значит, что эффективная вакцинация была произведена, и человек защищен. То есть, слава богу, вакцина эффективна. Это касается не только, кстати, коронавирусной инфекции, а всех остальных инфекций, вот всех, против которых мы, в общем-то, используем вакцины. Дифтерия, корь, столбняк и многие другие инфекционные заболевания, против которых мы вакцинируемся. Мы-то вакцинируемся, но совершенно не понимаем и зачастую не знаем, а иммунитет выработался. Так, треба обов'язково перевірити, ніхто ж не перевіряє. К сожалению, об этом мало говорят. Такая возможность есть. Современная лабораторная диагностика позволяет нам оценить уровень иммунной защиты против очень многих очень серьезных инфекционных заболеваний. И специалисты вот, сознательные, они всегда рекомендуют, что если ребенку, взрослому был проведен курс вакцинации, обязательно проверьте, а эта вакцинация была эффективна, и это можно сделать с помощью лабораторных исследований. Вот для чего, в принципе, используется тест или анализ на иммуноглобулин G коронавірусної інфекції. З приводу цінової політики трошки хотілося теж дізнатися, щоб люди хоча б розуміли, я можу зробити цей тест, наприклад, чи мені краще не робити? Здесь какая история? Здесь как с вакцинами. Все мировые производители, крупные транснациональные корпорации, которые, в общем-то, такие научно-исследовательские агломерации, там, с серьезными именем и репутацией, они стартанули с разработки тест-систем. Да? Разработка тест-систем – это сложный, многостадийный, очевидно, очень дорогостоящий процесс. Не так просто сделать хорошую, качественную тест-систему, которая пройдет вот все этапы проверки и будет выпущена на рынок. И вот на сегодняшний день есть брендовые, мировые производители, которые вот на сегодняшний день уже доказали свою эффективность и достоверность при лабораторных исследованиях на COVID-19. И они на сегодняшний день доступны в Украине.
они доступны. Эти тест-системы, эти реагенты не являются дешевыми, но исходя из вот, социальной значимости вот, данной инфекции, угу. вот, состояния пандемии, конечно, все лаборатории, которые предоставляют услуги, они стараются держать уровень цен ну, максимально доступный, да, который вообще возможно реализовать вот, в наших там, экономических ситуациях. Вот, в частности, мы сотрудничаем, наша лаборатория, лаборатория Invitro, сотрудничает с большой корпорации Abbott Diagnostics, которая, в общем-то, запустила научную... Это та первая компания, которая впервые в мире разработала тест на ВИЧ-инфекцию еще в начале 80-х mm-hmm. годов. За что они, собственно, и получили там совместно Нобелевскую премию. Mm-hmm. Это очень серьезная компания, которая занимается биологическими разработками. Вот, в частности, у нас в нашей лаборатории стоит оборудование технологии Abbott Diagnostics. И в процессе переговоров нам удалось, в общем-то, получить для Украины определенную стоимость реагентов, которая позволяет нам в сегодняшний день даже сделать это исследование с небольшою скидкою. Да, і угу, зрозуміло. Пане Павло, його более а, тобто це можливо, але ж є дешевші, є дорожчі. От люди дивляться і думають, ага, ну дешевше зроблю, яка ж різниця? Чи справді тут треба розуміти, що різниця є і якою саме вона може бути? Абсолютно точно, потому что дуже многие, скажем так, не совсем честные компании, производители реагентов и тест-систем, они поняли, что на этой ситуации реально можно заработать, да, в какой-то степени. Ну, на этой ситуации много кто и так заработал, мы знаем. Да. И рынок многих стран мира заполонили тест-системы очень низкого качества. Вот мы в своей лаборатории проводим очень серьезную верификацию и валидацию, ну, такие научные термины, по-простому это проверку тест-систем. Разных абсолютно производителей, разных стран, начиная там, от Китая и заканчивая Соединенными Штатами Америки, которые позволяют нам оценить, в общем-то, качество и достоверность получаемых результатов. И мы для себя делаем выводы, что далеко не каждая тест-система выдает правильный результат. Единственное их преимущество – это цена. Они действительно в разы дешевле, чем оригинальные брендовые производители. Но здесь как с препаратами, как с лекарственными формами. Да? Потому что есть лекарства тоже брендовые, оригинальные, а есть определенный, намного более дешевый заменитель. Но врачи-клиницисты очень хорошо знают, что заменитель зачастую на практике не имеет того эффекта, который как брендовый препарат. Но если по лекарственным препаратам у нас жесткая система контроля, фармнадзора, да, которая позволяет, то, к сожалению, с реагентами и тест-системами, используемыми в Украине, не все так гладко. Их мало, вот, на самом деле, контролируют. Угу. И поэтому надо быть очень осторожно при выборе лабораторії і технології, які будуть використовуватися для лабораторного тестування. Це дуже добре, що ви про це сказали. Пане Павло, з приводу тих питань, які зараз цікавлять українців, що їдуть на відпочинок, наприклад, так? Угу. Вони повинні розуміти, як себе захистити там, в тій країні, і коли вони вже приїхали додому, то вони теж повинні розуміти, як їм зараз зробити перевірку свого угу. організму. Які рекомендації з вашого боку будуть? Очень хороший вопрос. Вот здесь, знаете, вот самое мое большое, вот большое такое желание, да, и просьба ко всем, что не нужно подходить к этому формальность. Не нужно переводить тестирование на COVID-19 вот просто в банальную формальность для получения какой-то бумажки или справки. К этому нужно относиться очень серьезно и понимать, что это твое здоровье, это здоровье людей, которые тебя окружают, твоих близких, твоей семьи. И нужно выполнять все рекомендации экспертов, которые существуют на сегодняшний день. Рекомендации, они, конечно же, в процессе разработки. Вы знаете, что они очень быстро меняются. Каждый день мы получаем какие-то новые рекомендации, какие-то изменения. В общем-то, очень сложно за этим отследить. Но на сегодняшний день определена одна позиция. Все страны разделены на две категории. Условно-красная и условно-зеленая. В зависимости от степени распространения COVID-19 в конкретной стране. В конкретной вот стране. Поэтому, если человек приезжает в Украину, из стран зеленой категории, значит, официально, по постановлению Кабинета министров нашей Украины, он может, в общем-то, приступать, ну, условно говоря, к обычной повседневной жизни без обсервации. То есть без mm-hmm. вот этого периода самоизоляции 14 дней. А 14 дней – это такой период инкубационный, когда либо проявится COVID-19, либо не проявится, чаще всего. Хотя mm-hmm. есть нюансы и особенности. И вторая категория стран – это красная зона. Если человек приезжает из стран красной зоны, то здесь он обязан пройти обсервацию, то есть самоизоляцию не менее чем 14 дней.
либо же он может пройти лабораторное тестирование и при получении отрицательного результата может, в общем-то, выйти из самоизоляции. Но что очень важно, что вне зависимости от того, с какой зоны, с какой страны человек прибывает на территорию Украины, никто не отменяет правила противоэпидемические, принятые на сегодняшний день в Украине и во всех странах мира. Дело в том, что лабораторное тестирование, которое проводится на выявление вируса, те так называемые ПЦР-тесты, на сегодняшний день это очень точный метод, он хороший, он очень сложно технологически организованный, поэтому в Украине есть, в общем-то, особенности и нюансы. Но он, к сожалению, не дает 100% результатов. Чувствительность ПЦР-теста в зависимости от того, какие мы используем биологические образцы, составляет 60-70% до, конечно, более высоких цифр. Поэтому, если человек хочет для себя сознательно понимать, что он должен вот, определиться, и был у него контакт с вирусом, может быть, он инфицирован. Значит, нужно комбинировать несколько методов лабораторных исследований. И комбинировать в этом случае тест ПЦР с тестом ИФА для определения антител. И в этом случае очень логична комбинация ПЦР-теста с тестом ИФА на антитела класса М. Это маркер острой, текущей инфекции. И что очень важно, вот про это все забывают говорить, что когда мы получаем отрицательный результат, тестов на антитела, это не повод полностью расслабиться. Потому что это повод все-таки сохраняться и очень думать о том, что возможен период, когда анализы еще не покажут результаты. Это тоже возможно. Угу. Если инфицирование произошло несколько дней назад, все анализы будут отрицательные. Это точно. Но через 5, 7, 10, 14 дней они могут стать уже положительными. И уже человек станет, в общем-то, потенциальным опасным. Поэтому все рекомендации относительно диагностики инфекции, в том числе и COVID-19, сделали тесты на антитела, получили положительные результаты, там все понятно, сразу передается это в лечебное, скажем так, учреждение и решается. Получили отрицательные результаты, целесообразно их повторить через 2-3 недели. І там, отримав отрицательний результат, можна вже бути можна относительно бути спокійним. Я вам дуже дякую, пане Павло, що прийшли сьогодні до нашої студії і дали можливість людям розібратися. Розібратися з ситуацією взагалі і зрозуміти, який ж саме тест їм допоможе. Ми зрозуміли, що це вже буде комбінація. І абсолютно треба точно добре розуміти, куди ви йдете, з яким ви матеріалом будете зіштовхуватись. Так? І найголовніше, це треба, звичайно ж, берегти себе, берегти своїх близьких. Я вам теж бажаю здоров'я, щоб все було добре. Сподіваємось, що ми гідно перенесемо ту ситуацію і в майбутньому вже не будемо з нею зіштовхуватись так критично, як сталося цього року. Я абсолютно в цьому впевнений, що совмісна боротьба медиків, боротьба обычного, скажем так, немедицинского сообщества, вот сложившейся пандемией, она приведет к успеху. И победа будет точно за человечеством. И все у нас будет хорошо. Так, дуже на це сподіваємося. Ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.